Мальчики и девочки – усидчивые, не очень, серьезные и веселые. А вот по критерию «здоровые» или «инвалиды» дети не делятся. В этом уверены в общественной организации «Надежда». Уже не первый год в Донской столице проходит концерт-фестиваль, где на одной сцене выступают дети с неограниченными возможностями здоровья и фантазии. Подробности в сюжете наших коллег. Здесь тигрята, бельчата, феи и многие другие. Для организаторов концерта фестиваля под названием «Дети так не делятся» каждый ребенок нуждается в особой заботе. Все эти ребята только готовятся выйти во взрослую жизнь. И независимо от своих физических возможностей, должны научиться главному – быть счастливыми. Мы занимаемся социализацией детей. Мы учим здоровых детей правильно относиться к детям с ограниченными возможностями. И учим детей с ограниченными способностями и возможностями в этой жизни быть равными, равноправными членами нашего общества. Перед выступлениями аквагрим для всех желающих, и родители не исключение, и мастер-классы по изготовлению фигур из надувных шаров от волонтерского центра ДГТУ «Горящие сердца». Такой праздник для детей обеспечила сплоченность людей, желающих доказать всем, что дети так не делятся. Наш центр, он открыт именно просто для всех. Мы никогда не указывали именно, что у нас для таких или для таких детей. У нас все дети одинаковые. Они абсолютно одинаково общаются со всеми детьми, находятся в одной и той же среде, у них нет никаких ограничений. Вот приехали сегодня детки поучаствовать, поддержать детей с ограниченными возможностями, сказать, что дети так не делятся. Когда я выступала, допустим, в концертных залах, я видела детей разных и родители их тоже. Они сидели, и когда мы заканчивали выступать, всех нам хлопали. И я видела детей с ограниченными возможностями тоже. На сцене все равны, независимо от наличия диагноза. Каждый выступающий просто талантливый ребенок, который нашел в себе силы и преодолел страхи перед большой аудиторией. Очень рады, что нам удалось поучаствовать в этом фестивале, оказать какую-то поддержку, опору для детей с ограниченными возможностями здоровья. Лично мне кажется, что дети не отличаются друг от друга. Концерт «Дети так не делятся» проводится в рамках декады инвалидов. Традиционно в первых числах декабря проходит множество концертов, конференций и выставок. Главная задача – рассказать и детям, и взрослым, что физические недуги не могут быть преградой на пути к счастливой жизни. Анна Глебова, Сергей Данилей, телестудия «Дон Православный».